Що ж, дорогі друзі, дійсно говоримо сьогодні про Різдво, і багато чого трапляється саме на це свято. Ми вже говорили про те, що в історії відомий факт, коли навіть на час Різдва зупинялася війна. Ну а ми зараз поговоримо і з нашими наступними гостями, також на не менш позитивні теми. Тому Інусю, давай ж представляй наших гостей. Я хочу представити наших гостей: Вікторія Семенова, голова студентського парламенту, Олександр Єгоров, голова літературного клубу «Фенікс», та Аліна Кусман, голова молодіжної музичної організації «Драйв». Вітаємо вас, друзі. Дякуємо, що дзвонку завітали. Ми знаємо, що ви до нас завітали неспроста, що ці молоді люди, вони вже у своєму молодому віці займаються благодійністю і допомагають маленьким миколаївцям, які потребують допомоги. Я надаю вам слово, щоб ви могли розповісти. Так, в декількох словах хоча б анонс, що буде, що це за концерт? Концерт благотворительный новогодний пройдет сегодня в 12:30 в школе номер 35. Будут достаточно большое количество зрителей. Помощь пойдет Лещинскому Добрыне, мальчику всего 2 годика, ДЦП. Недавно сделали операцию, сейчас проходит реабилитационный курс. Ну, в общем-то, надеемся на выздоровление, чтобы... Откуда узнали о ребенке? Как бы, потому что ну, сейчас в соцсетях очень много есть, вот, скажем так, просьба о помощи, но вот именно почему такое? Да, нам на организацию, на литературный клуб «Феникс» родители мальчика написали письмо о помощи, чтобы создали какой-то, провели концерт, собрали деньги, ну, в общем-то, как-то так. Вы с разных организаций, да. «Драйв», «Феникс», студенческий парламент. Как сошлись в одну группу, чтобы помочь ребенку? В общем-то, мы всегда практически работаем вместе. У нас каждый проект, мы собираемся и с Алиной организацией «Драйв», и со студпарламентом, и с другими центрами культуры. В общем-то, в этот раз мы тоже созвонились, решили помочь. У каждого свои талантливые люди, собрали хорошую группу. Ну и сегодня надеемся на хороший концерт. По поводу концерта, вы сказали, что будет много людей. Мы знаем, да, что у вас есть свои изюминки в этом концерте. Поделитесь с нашими телезрителями, кто будет, как. Сегодня у нас будут вокалисты с Алиной организации «Драйв». Вот на этом мы остановимся. Алиночка, расскажите, пожалуйста, какие у вас кто вокалисты? Кто? У нас на концерте будет присутствовать Андрей Лаптев, это участник Евровидения уже 2016 года, а также талантливые ребята с нашего университета, университета культуры, а также просто талантливая молодежь Николаева. А что еще? Идем дальше теперь. Также у нас будут номера хореографии. Это Вика нам. К Вике теперь обращаемся. Да. Вам слово. Ну, Алина позвонила, попросила, что нужны какие-то номера. Я позвонила своим ребятам. Решила сама выступить, так как решила попробовать, почему бы и нет. Какие-то сольные номера дать интересные. Как-то так, все просто. То есть просто решили помочь, решили собраться просто на энтузиазме. Да, да. Да. Как будет происходить вообще сбор? Это будет, может, еще какая-то ярмарка или платный вход, или как? Смотрите, как бы зрители приходят на обычный самый концерт. Желающие помочь будут стоять боксы при входе, при выходе, возле сцены, и каждый желающий будет вносить. То есть это дело по желанию? Да, конечно. Только чтобы это было от сердца, да, без принуждения. Смотрите, у нас есть также картинки, да, мы фотографии, мы время от времени тоже их выводим. И еще хотелось бы спросить вот об этих акциях. Может, планируете еще какую-то уже со временем акцию, либо это, возможно, уже не первый опыт? Конечно, это уже не первый. В 15 сентября мы провели, так можно сказать, масштабный региональный проект «Дети Земли». У нас съехались люди со Львова, Харькова, Киева, Южноукраинска, Николаева. Молодежь у нас на всей Украине очень талантливая. И даже вот сейчас, сегодня к нам также придут декламаторы такие. Я, наверное, процентов 90 уверен, что придет Дмитрий Дмитриевич Кремень, Кочурин Вячеслав придет. Также поздравят с Новым годом, помогут мальчику морально, потом перечислим деньги. А так еще в феврале мы с Алиной также собираемся сделать проект вокальный и хореографии. И главным призом будет путевка в Грецию на 3 дня. Вот так, и на всю честь спеть.
Хотелось бы вернуться к благотворительному концерту и узнать, на какую сумму вы вообще рассчитываете. Потому что если вы делаете концерт, вы уже на что-то рассчитываете. И вообще, какая сумма нужна? Значит, мальчику нужно 4 реабилитационных курса в Трусковце. Один курс стоит 11 тысяч гривен. Сегодня мы, конечно, зрителей никого не принуждаем, как вы уже сказали, все чистого сердца. Но мы, конечно, надеемся собрать хотя бы тысячи, полторы-две. Вообще, как бы, чтобы помочь ребенку, если кто-то из наших зрителей заинтересовался, можно обращаться на вашу организацию, я так понимаю, да? Да, конечно. Либо мы в соцсетях можно найти. Поможем. Нас можно найти, у нас есть как электронная группа ВКонтакте, Одноклассниках, Твиттере. Также нас офис находится на 6-й, за Южным Бугом. Там есть офисы, как они называются, адвокат в центре, офис 214, всегда будем рады. То есть, скажем так, это уже именно помощь уже поставлена на конвейер, если так можно сказать. Да, можно. Да? Ну что ж, действительно радует то, что есть люди, которые откликаются, скажем так, на беду. Ну и, конечно, будем надеяться, что наши зрители тоже отозвутся на эту просьбу, просьбу о помощи мальчику, тем более, что действительно проблема остается еще нерешенной. Поэтому, если у вас есть такая возможность, вы можете сейчас позвонить в студию и, конечно же, получить контакты наших гостей сьогоднішніх. Ну що ж, Інусь, я пропоную тобі перейти далі, вже подякувати дійсно нашим гостям, дякую за те, що завітали сьогодні. Ну що ж, будемо чекати вас іще, анонсуйте, приходьте, ми завжди раді вам також певною мірою допомогти популяризувати інформацію.